нашу модель придумал Андрей Александрович, это наш генеральный директор, да. До ума довели мы с моей командой, с инженерами, с нашими производственниками, да, уже довели ее до состояния сегодняшнего дня. Уровень локализации, да, она состоит из 82% из российских компонентов, да, и мы стремимся все-таки этот процент повысить. Вот. Второе, то, что наша коляска действительно легкая по сравнению с остальными конкурентами. Наш срок производства ранее был там 1 месяц, наши конкуренты производили данные коляски за 3 месяца. Да. На сегодняшний день мы можем произвести коляску за 5 дней. Все комплектующие мы закупаем в России, в основном, да, 82%, как я и говорил. Да, карбон — это у нас Росатом, компания Yumatex поставляет нам карбон. Единственное, что мы закупаем из Китая, это шасси. Колеса, передние, задние, вилки, тормоза, все. Это у нас первый участок, раскрой, да, девочки разматывают карбон, будут раскраивать по заготовкам. Эти заготовки в дальнейшем пойдут уже в наши матрицы, формы, да, оснастка, так можно ее назвать. Сейчас укладывают с помощью клеевого состава ткани углеволокна. После этого пойдет на следующий участок, где будет уже заливать ее смолами. На этом следующем участке мы используем метод инфузии, то есть вакуумная инфузия. С помощью вакуума, да, мы с другой стороны всасываем смолы, пропитываем каждый участок карбона нашего. Да. После того, как мы пропитали, все это закрыли, после этого идет на участок полимеризации. Полимеризация происходит у нас в печи. Идет разбор матрицы, зачистка ее и подготовка к следующему обороту. Мы видим то, что у нас получилось крыло. Оно уже имеет жесткость, твердость, да, легкость. Но у нее присутствует облой. Да. Этот облой нужно срезать, обработать и уже придать более-менее уже товарный вид. Это участок у нас обрезки. Дальше у нас идет участок шлифовки. И дальше мы уже даем более-менее подготовленную деталь на покраску. После того, как мы покрасим, уже эта заготовка, еще она будет заготовкой, да, передается на участок фрезеровки, где мы все сверлим технологические отверстия. После этого она попадает на склад участка сборки, где на участке сборки огромное количество уже заготовок готово. Сборщику необходимо просто собрать комплектующие по анкете клиента, вот, и собрать коляску. На этом участке склейки как раз-таки появляется анкета клиента, где мы учитываем все антропометрические данные. Да, это ширина сиденья, голень, длина бедра, высота спинки, наклон спинки, да, может быть, цвет, какой-то дизайн, да, анкета здесь уже только начинает появляться. Здесь по этим параметрам как раз-таки регулируется наш кондуктор. На этом кондукторе мы склеиваем определенный размер за определенное время при определенных температурах и влажности. После этого передаем уже на участок сборки. Готовая заготовка. Здесь у нас швейный участок. Также швейный участок шьет шитье для наших колясок по индивидуальным параметрам. После того, как они шили комплект шитья, также это шитье переходит на этап сборки. Шитье мы называем подушку, ремни, спинка, сиденье. А здесь у нас участок сборки. По индивидуальным параметрам наши заготовки склеили. Ребята уже знают эту заготовку, знают, где она лежит. Получив анкету, они продолжают ее собирать. Собрав основные части коляски, колеса, передние и задние, подножку, следующий участок уже мы называем участок, как в автомобильной промышленности, свадьба, когда мы женим шитье наше с коляской. Последняя точка, где мы 100% каждую коляску контролируем, проверяем. Это у нас бестеневая зона, видите, много ламп. Мы проверяем затяжку, на момент затяжки каждое соединение. Проверяем анкету, действительно по анкете бы собрана коляска. По стандарту качества проверяем, в принципе, всю коляску. По накату, по ЛКП, по сборке, вот, по всем антропометрическим данным также. Вот. После того, как мы коляску собрали, коляска уже начинает упаковываться, и дальше идет на склад готовой продукции или клиенту напрямую сразу.